разные, более сложные рассуждения, еще более сложные и так далее. Но суть, то, как получаются общие законы из частных разведений, именно в этом. Проверяем базу и проверяем индукционный переход. Услышали? Услышали. Отлично. Заполнить табличку до конца. Я для Е тоже строчку сделаю. Законы формулировать не обязательно. Нужно просто заполнить таблицу. Все ее клеточки должны быть заполнены числами. Еще не успел нарисовать. Что такое 3? Это 1 плюс 2. Что такое следующее число? Это 1 плюс 2 плюс 5. Это вовсе не 7. 1, 3 и 5. Чему равна сумма? 8. Пишите 8. Так, после 5 какое следующее число Фибоначчи идет? Нет. Понятно? Понятно. Идемте сюда. Что сейчас на самом деле у вас происходит? У вас есть вот этот ряд Фибоначчи. Вы берете первое, третье, пятое, седьмое, девятое и так далее. И складываете. 1 пишите. 1 плюс 2 писали 3. 1 плюс 2 это 3. Вот честно, вот кого не спроси. 1 плюс 2 это 3. 3 плюс 5 это 8. Вот это вот, да? 1, 2, 5 это 8. 8 плюс 13 сколько? 21, пишем туда. 21. 55. Пишите. 55. А вот дальше проблема. Проблема в том, что я дальше не написал вам числа. Ну а давайте я напишу. Следующее число Фибоначчи какое после 50? 89. 89. А следующее? 144. А следующее? 233. Так, вы сейчас должны сложить то, что у вас получилось. У вас получилось 55. И 89. Сколько будет? 144. Пишем сюда. 144. Теперь вы должны сложить это с числом 89. Сколько получится? 233. Пишите. 233. Так. А теперь... Значит, 377, и здесь это будет 610. 233 и 377. Сколько? 610. Пишем. Господа, все увидели, что на самом деле это строчка чисел Фибоначчи. Правильно? Правильно. Значит, я иду вот туда, там чистое место еще осталось, и пишу следующую гипотезу. Вторая задача. Фи первое плюс фи третье плюс фи пятое и так далее плюс фи с номером 2 n минус 1 это число Фибоначчи со следующим номером. А куда вы убрали? С надо исполнять. Строчка чисел С. Будьте добры, заполняйте все. Ребята, если вы так и не можете заполнить таблицу, грош цена всей нашей науки. Что такое второе число Фибоначчи? Единица. Что такое четвертое число Фибоначчи? Нет, четверку пишите нормально, пожалуйста. Четвертое число Фибоначчи, четверку напишите так, чтобы она не была просто на боку лежащей. Теперь надо прибавить, какие числа надо сейчас складывать. Вот у нас есть четное число Фибоначчи. Единица, тройка, восьмерка, 21, 55, 144, 377. Поехали складывать. Значит, единицу уже написали. 1 плюс 3. 4 написали. Следующее. 4 плюс 8, 12. 12 плюс 21. Как вы получили 88? Вы складывали 33, 55, правильно? Вы сейчас должны сложить 88 и 144. В чем проблема? Да. Получится 232. Получится? 232.
отлично. Теперь вы должны сложить что с чем? И 377. 232 и 377. Сколько будет? 232 и 377. Чему равна сумма? А? 609, конечно, пишите. 609. Так. Ну, дальше, к сожалению, так, мы только что складывали 377, да? Значит, здесь у нас следующее число какое? 987, да? Мы должны сейчас с вами 609 сложить с числом 987. Давайте складывать. Значит, нам сейчас нужно... Давайте я напишу просто по совести, что мы на самом деле сейчас делаем. Мы складываем 1, 3, это четные номера, да? 8... 21, 55, 144, 144, дальше там чего, 377 и, не побоюсь, 987. Сколько чисел? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, здесь восемь. Все отлично. При этом вы помните, что когда мы здесь сложим, получили 4, 12, 33, 88, 232, 609, значит, осталось сложить 609 и 987. Сколько это будет? 1596. Пишите. 1596. Да, я на самом деле зря написал 8 столбцов. Можно было ограничиться. Собственно, разницы большой бы не было, считать бы меньше. Спасибо.